В городском округе Люберцы стартовал всероссийский проект «5 верст». Это бесплатные дружеские старты на 5 километров, которые проходят каждую субботу на территории парков. Особенность забега в том, что участники могут преодолевать дистанцию в любом комфортном для них темпе. В Люберцах местом для массовых пробежек стал Томилинский лесопарк. Это 97-я локация в стране, где проходит беговой марафон. Чтобы присоединиться к спортивному проекту, нужно зарегистрироваться на сайте, получить индивидуальный код и показать его организатору забега. Прямо, 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 прямо.